14 мая в городской больнице номер 2 прошла презентация отремонтированного рентгенаппарата, оборудованного цифровой системой, позволяющей проводить рентгеновские исследования всех органов в цифровом варианте. Из-за отсутствия финансирования аппарат не работал 3 года, и вот в рамках соглашения город-завод руководство дентал-завода откликнулось на просьбу главного врача горбольницы Ивана Колесникова и перечислило более 100 тысяч гривен на покупку генератора. Уважаемые товарищи, уважаемые друзья, сегодня мы присутствуем при знаменательном событии. Сегодня у нас пуск аппарата из ремонта. Знаете, сегодня для нас это тоже праздник. 20 лет назад был праздник, когда мы пускали новое оборудование. Сейчас вот этот уникальный аппарат, который купил нам завод в 1992 году, он работал исправно, и я думаю, что он, вот не побоясь этого слова, спас жизни очень многим людям. Он отработал уже стоимость свою наверняка, только здоровьем и жизнями людей. И вот так случилось, ну, 3 года назад, наверное, он остановился безнадежно просто потому, что вышла из строя, ну, самая, наверное, дорогая часть – генератор. Медтехники прилагали большие усилия, и только благодаря помощи завода, руководству завода, который откликнулся и вообще откликается всегда на наши просьбы, на наши мольбы, в частности, Александр Леонидович Подкорытов, завод выдал нам 114 тысяч гривен, и вот, наконец, свершилось. Вот этот аппарат, сегодня он уже в режиме, сегодня он уже может производить те снимки, которые мы делали 20 лет назад. Согласно центрации, вот видите, как больной не сел удобно, она двигается, и больной у нас, мы больного не двигаем, то есть стол двигается, передвигает больного так, как надо. Ну, если больной тяжелый, бывает, с поясницы мы снимаем, когда больной залезть на этот стол не может. Этот стол можно перевести с больным вместе, опускается он. Больной на скамеечку встал, и мы вместе с больным опускаем стол. Мобильный. Мобильный. Да, да, это аппарат, во-первых, потому что на экране видно стол. Во-вторых, он мобильный сам по себе, этот аппарат. И здесь, если больной лежит, его можно подвинуть, куда тебе надо, он двигается. То есть, хороший аппарат. И снимки на нем хорошие, очень хорошие, качественные рентгеновские пленки. Знаете, что для компании «Мединвест» жизнь и здоровье трудящихся и жителей города является основной важной ценностью. В рамках соглашения «Город-завод» мы совместно вводим в эксплуатацию современный, ну будем говорить, что уникальный рентгенаппарат, судя по тем вот характеристикам, о которых вы рассказали. Уверен, что благодаря этому аппарату медики Енакиева смогут быстрее оказывать помощь жителям города, ну и, конечно же, сотрудникам Енакиевского металлургического завода. Сегодня он уже в режиме, сегодня он уже может производить те снимки, которые мы делали 20 лет назад. Огромное спасибо, Дмитрий, вам и руководству завода за то, что сотрудничество наше приносит, в конце концов, плоды, пользу людям. Спасибо огромное.